Re! Viss ēters ir te! Индексация грядет. И с 1 октября латвийские пенсионеры будут получать больше. Прибавка будет варьироваться от 7 до 43 евро, в зависимости от стажа и размера нынешней пенсии. В этом году государству для увеличения пенсии понадобится более 41 миллиона евро. В следующем более 160 миллионов. 1 октября пенсионеры каждый год ждут с нетерпением. К этому дню Минблаг пересматривает размер пенсий. Выплаты индексируют и увеличивают. Обычно ненамного. В этом году кто-то получит на 7 евро больше, а кто-то и на 43. Это, конечно, зависит как от нынешнего размера пенсии, так и от стажа работы. Пенсии вырастут от 7 до неполных 10%. Если, допустим, пенсия 200 евро и стаж работы 45 и больше лет, то рост в 10% – это около 20 евро. В этом году будут индексироваться пенсии или их часть до 420 евро. Отмечу, сейчас большая часть латвийских пенсионеров живут на 300-350 евро в месяц. У меня не средняя, а маленькая пенсия, немногим больше 300 евро. Половина этой суммы зимой уходит на коммунальные платежи. У меня большой стаж работы. Я думаю, что 10 евро мне добавят. Мы живем вдвоем и даже ездим в Германию на экскурсии. Надо работать с деньгами. Не важен там большой объем денег. Важно, как ты его используешь. Индексация также коснется доплат к пенсиям по возрасту и инвалидности. Однако выплаты сеньорам облагаются подоходным налогом. Для пенсии не больше 1667 евро – это 20%. Суммы, превышающие необлагаемый минимум в 270 евро. Планируется, что со следующего года увеличится и минимальная пенсия с 64 до 80 евро. Для этого необходимо 10 миллионов. И поддержать это повышение еще должен парламент. Анастасия Дьяконова, Вита Анстра. Это Иван Милов, Латвийское телевидение.